Сегодня в Анапе в память о погибших в результате трагедии в Керченском политехническом колледже прошла траурная акция. На площади возле городской администрации собралось несколько сотен жителей города-курорта. Упокой, Господи, души усопших раб твоих. Слава Своей Святой Святому. Панихиду провел протоиерей храма святого Ануфрия Геннадий Ключников. С раннего утра к часовне святого Осии в знак скорби и памяти о погибших жители и гости Анапы несут цветы, мягкие игрушки, зажигают свечи. Сотрудники администрации, школьники, студенты, представители молодежных организаций и общественники. Эта трагедия объединила сотни людей, которые действительно неравнодушны к чужому горю. Общее горе, и на месте этих детей могли быть наши дети. Ну вот надо сейчас позвонить. Так. И потому что это очень близко. Ну, в общем, невозможно остаться равнодушным. Это трагедия не только для Керчи, это трагедия, я считаю, для всей России. И анапчане точно так же скорбят по убитым ребятам. Это будущее нашей России, это молодежь, которая погибла ни за что, как говорится. Мы скорбим всем, все вместе, все люди, вся анапчане, все... кто живет у нас в городе, чтобы такого больше никогда не повторилось. После панихиды участники акции возложили цветы. Анапа скорбит вместе со всей Россией.